Я Николай Оржак, Республика Дува, и здесь выступал именно пели в «Белом облаке». Это место пели облака. Каждый раз встречи и здесь и собираются новые люди, которые хотят раскрыть себя. Всем людям, которые перед Новым годом, они научились еще новые песни, научились, чтобы новые мандрами, новыми радостными песнями друг друга дарили, друг другу радость передавали. От Бога дано каждому человеку идеальные голоса, идеальный звук, идеальное дыхание. Мы должны использовать это для радости, для любви и для долголетия. Будьте все счастливы, москвичи. Я с вами.